Миссия российских врачей в Кыргызстане успешно завершилась. Сегодня медработники вылетели обратно на родину. Как подчеркнули в правительстве, Кыргызстан высоко оценил поддержку своих российских коллег. От имени Министерства здравоохранения всем медикам были вручены почетные грамоты и символические подарки. Бригады врачей прибыли к нам 23 июля в рамках договоренности президентов России и Кыргызстана. Около месяца они вели активную работу в медицинских учреждениях всех регионов страны и участвовали в лечении наших граждан. Тему продолжит Мадина Низамова. Российские врачи прибыли в Кыргызстан в самый пик эпидемиологической ситуации. Медики сразу же приступили к работе. Они охватили 31 медицинское учреждение по всей стране. Под их наблюдением осмотр и лечение проходили более 4000 человек. Действительно, их помощь была огромной. Это и консультативная помощь, это и помощь в оказании лечения, да, в оказании пересмотра лечения наших граждан, которые были инфицированы COVID. Совместными усилиями кыргызстанские и российские медики поставили на ноги 615 пациентов. К моменту отлета врачей еще 594 пациента готовились к выписке. Другим итогом плодотворной работы стала разработка 4-го клинического протокола по лечению коронавируса. В нем учитывается пневмония и ее осложнения. Было много предложений со стороны российских медиков, над которыми наше правительство совместно проработало определенное время, ну и продолжает работать по их рекомендациям. На сегодняшний день, по оценке российских специалистов, в Кыргызстане наблюдается хорошая тенденция снижения заболеваемости коронавирусом. Перед отлетом медики пожелали всем кыргызстанцам крепкого здоровья и поблагодарили за радушие и созданные благоприятные условия работы. Надеюсь, вас и, как и нас, такая напасть больше не настигнет. Все будем здоровы. Теперь ваша очередь к нам в гости приехать. Большой хороший опыт, новые знакомства, яркие впечатления. Спасибо большое вашему народу, вашему правительству, всем за такое гостеприимство и приятную встречу. Очень плодотворно провели этот месяц совместно с вашим киргизским народом. Помогли, как бы оказали клиническую помощь, то есть методическую помощь. Поэтому спасибо большое вашему народу. Гостеприимство наших людей – это первое, о чем, по словам врачей, они расскажут своим близким на родине. Вместе с кыргызскими коллегами мы укрепили веру в понятие «братские народы», говорят медики. Хочется пожелать нашему дружескому народу Республики Кыргызстан здоровья, в первую очередь сохранить свою прекрасную землю, оставаться такими же гостеприимными. И очень надеемся, что в ближайшее время сможем посетить вашу республику с семьями, с родными, с близкими, уже в более мирной обстановке. У самого трапа самолета российские коллеги признались, что будут тепло вспоминать Кыргызстан. Говорят, что будет не хватать чистого воздуха и красивой природы. И поэтому, когда пандемия коронавируса отступит, постараются обязательно приехать в гости. Вот как только все дела дома завершим, сразу первым рейсом еду в Кыргызстан. Мадина Низамова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.